Доброго дня, в ефірі програма «Це вас хвилює». В студії працює Ольга Бережна. 15 та 16 липня в селі Іванівка Голопристанського району Херсонської області відбувся фестиваль «Чайний стан», безпосередню участь у якому брали сьогоднішні наші гості. Це Євгенія Чабанова та Кирило Рижанов. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про організаційні питання та чим вражали учасників фестивалю. Але перед тим, як ми почнемо, давайте переглянемо наступне відео. Тож, переглянувши відео, вже хочеться потрапити туди, у ту чудову атмосферу. Розкажіть нам взагалі, що це за фестиваль, звідки він до нас прийшов? Я начну. Началось все, в принципе, где-то в 2008 году, насколько я помню по их рассказам. Вот группа энтузиастов, сестры Васнецовы и их родственник Алексей Дудинов, они много путешествовали, то есть, понятно, став успешными в своей работе, в бизнес-тренингах, они, ну, на каком-то этапе им это начало немного надоедать, решили поменять род деятельности, много путешествовали по миру и вот искали место, где вот можно сесть и начать новый этап своей жизни. И вот именно это село Ивановка им очень понравилось, несмотря, может, благодаря тому, что оно довольно-таки не раскручено ли, вдали от основных маршрутов и туристических, и таких, но при этом очень хорошее сочетание ли природных условий или разных природных ландшафтов, ну и, возможно, энергетика места какая-то. Им очень там понравилось, они основали центр «Чайная тишина», фестиваль «Чайное состояние», центр «Чайная тишина», и стали там проводить тренинги, стали, ну, предоставлять рекреационные возможности, такие можно было прилежать, оставаться, ну и со временем, понятно, все больше знакомых, все больше каких-то мероприятий, и вот встал на каком-то этапе вопрос, а вот не организовать ли пусть раз в году на такой фестиваль, чтобы прям много-много людей приехало, там пообщалось по интересующим
предыдущим Тимом, отдохнула хорошо на природе. Ну и вот с 2015 года появился фестиваль такой. Це вже 3 роки він проходить, так? Ще да, це третій раз вже. Так, а в яких містах до цього проходив? Можливо, в місцях інших? Чи це тільки село Іванівка? Ні, він тільки в Івановці проходить, ну і окрестностях Лільо, там екскурсії на морі, в заповідні, в кургани. Це ми поговоримо про це трохи пізніше. Скажіть, чи вперше ви берете в ньому участь? Ну вот лично я принимаю участие с самого момента основания фестиваля, с 2015 года. Каждый год туда езжу как волонтер. Уже организаторы и участники фестиваля стали уже моими хорошими знакомыми, друзьями. Мы общаемся и помимо фестиваля. Вот. А Кирилл? Я во второй только раз. Да. В прошлом году был, понравилось. И 2 роки вы туда ездите волонтерами? Ну да. Чи вже вважаєте соорганізаторами? Як правильно? Можна так сказати, і з організаторами по Ніколаєву. Да, в этом году нам как раз досталась такая возможность. Мы были как бы организаторами Николаевской группы, которую везли автобусом в Івановку. Розкажіть, яка все ж таки головна мета фестивалю? В чому його філософія? Вот как по словам организаторов и вдохновителей фестиваля, чай – это универсальный язык, это язык, близкий любой культуре, потому что в каждой культуре пьют чай, так или иначе. По-разному, по-своему, но эта тема близка многим людям и многим культурам. Поэтому они решили с помощью чайного языка и чайного состояния объединить людей вокруг этой идеи, вокруг идеи саморазвития, эко-отдыха, туризма – и вот такая вот главная мысль фестиваля, главная идея. Обретение чайного состояния, да, если в 3 словах. Да. Благожелательности, ненавязчивого отдыха на природе, вдали от суеты, саморазвития. На какую аудиторию был разрахованный фестиваль? Ну, в основном это как раз люди, которые интересуются саморазвитием, это чайные мастера, это творческие люди, хендмейдеры, художники, просто туристы, просто интересующиеся и сочувствующие, скажем так, этой вот чайной культуре, просто ну, те, кто неравнодушен на этой теме. Но даже те, кто ну, не разбирается, естественно, в каких-то моментах чайной культуры, равнодушными все равно не остаются. Так что целевая аудитория, да, она расширяется, можно так сказать. С каждым годом. То есть, да, она вот так, как Евгения описала, но количественно она расширяется. А чи знаєте ви, скільки все ж таки приїхало туди людей? І з яких місць приїжджали? Чи були гості за кордону? Ну, чесно, я не займався підсчетами спеціально, тому що фестиваль в кілька днів. Более того, в цьому році він всього 2 дні. В перший раз був 3, потім 4, в цей раз 2. Так вийшло, там люди приїжджали, уїжджали. Для многих херсонців це як, вроде, тур вихідного дня. На день туда приехать, но организаторы заявили о том, что в общей сложности гостей, тренеров до 1500 приехало, ну и где-то, да. А чему 2 дня? Чему там 3-4, а в цьому році тільки 2? Ну, возможно, потому что людям чаще всего удобнее приезжать именно на выходные дни, вот, и чтобы так сконцентрировать этот фестиваль, они решили сделать вот в этот раз 2 дня. Как вы туда достались из Миколаева? О чем уже сказали, что в этом году довелось стать немного соорганизаторами. Но тут нужно отметить конструктивную позицию Херсонской областной администрации, которые ради привлечения туристов в область, ради вот показа туристической Херсонщины, они в этом году обеспечили возможность для николаевских участников фестиваля автобус из Николаева до Ивановки. Это 170 километров приблизительно в одну сторону. Ну и то есть достаточно удобно. Ранним утром субботы мы уехали в Ивановку и поздним вечером воскресенья были уже в Николаеве. Без пересадок прямым автобусом. Да, то есть для николаевцев этот автобус был бы вообще бесплатным. Вот, это первый раз такая инициатива от них поступила. Вот, и все это встретили с большой радостью, потому что как бы основная, наверное, причина, почему люди иногда отказывались от того, чтобы поехать на этот фестиваль, это неудобство добирания, потому что нужно ехать с Николаева до Херсона автобусом, а потом еще с Херсона до Ивановки тоже автобусом, достаточно длительный ну, путь. И это останавливало людей. А от Херсона до Ивановки ехать в 1,5 раза дольше, чем от Николаева до Херсона?
А скажіть, ось ви їхали в автобусі. Чи були люди, ось, наприклад, з Миколаєва, які побували на цьому фестивалі вперше? Чи вже всі були в минулих роках? Були нові люди. Із тих, хто в автобусі, в основному ті, хто в перший раз. Ну, да. Да. Просто навіть були вже ті Миколаївці, не тільки в автобусі, але ті, хто як-то своїм ходом, там, на машинах, або через Херсон їхали. Ну, це в основному, звісно, ті, хто вже не перший раз, у кого зв'язки сложились. А в автобусі якраз в основному були ті, хто в перший раз заінтересувалися. А ось як було, як можна було дізнатись про цей фестиваль? Ось, ну, Женя там зробила репост в Фейсбуці, зрозуміло. Чи всі через цей репост поїхали? Чи де ще була реклама? Ну, в соціальних сетях, в групах, на некоторых интернет-сайтах были размещены. Ну, билборды они заказывали, по крайней мере, в прошлом году, может быть, и в этом тоже заказывали, в Херсоне. Да, это в Херсоне. Но в Николаеве, реклама. В Николаеве социальные сети, ну и некоторые интернет-ресурсы. Фестиваль був 2 дні. Розкажіть про умови перебування. Де ви жили? Що робили? Де жили? Такі моменти розкажіть організаційні. Мы жили все в палаточном кемпинге, то есть это палаточный городок под открытым небом. Все происходило на открытой территории. Вот, были чайные беседки, в которых проходили чайные церемонии. Порой даже одновременно несколько чайных мастеров заваривали разные чаи. Проходили мастер-классы точно так же под открытым небом. Вот, были и закрытые как бы места. Вот, и было самое интересное, наверное, это чайпитие на крыше. Вот, то есть... Ну, про це ми поговоримо ще. Нет, ну, по размещению была также возможность арендовать место в домике. Где-то там у них есть и свой домик, и, в принципе, знали в селе. Ну, кто шел на контакт, договаривались. Но с этим, кстати, были проблемы, потому что поток все-таки большой. Ну, не все хотят там в палатке ночевать. Но взагалі можно было взять свою палатку. Да. Спальний мішок, да, і приїхали. Ну, да. Каремат і абсолютно безплатне місце на території. Всім хватало. Да, некоторые даже ночевали прямо на сене под открытым небом, там была такая зона отдыха. Спали, да, прямо там сваленное, да, сваленное сено под навесом таким. Ну и там, в принципе, если спальники, то можно спать. Да, ночь теплая выдалась, вот стали единственное. Это дуже добре, що повезло з погодою. А ну, з організаційними питаннями все зрозуміло. Давайте поговоримо про таку найяскравішу творчу частину заходу. А ось мені цікаво, що таке чайна церемонія, як вона проходила, як вона відбувалась, що там взагалі було. Ну, значить, я хотела бы сказать, что в первую очередь чайная церемония и вот чай на этом фестивале, чайное состояние, это вот не то, что мы привыкли обычно видеть и заваривать дома, какой-нибудь чай в пакетике с сахаром, это совершенно другое. Вот, здесь, на этом поликультурном фестивале были представлены чайные культуры разных народов, то есть уже из года в год приезжают представители разных диаспор и презентуют чайные культуры. Самая, конечно же, популярная на этом фестивале это китайская чайная церемония гунфуча. Вот, заваривали чай мастера из Запорожья, из Херсона, из Москвы, из разных других городов. Каждый год это новые какие-то люди приезжают, из Харькова также, из Киева. Ну, в прошлом году с Египта был специальный гость. По... Это я бы тоже хотела сейчас дополнить, что да, также египетская чайная церемония приезжал, гость из Египта заваривал чай. А это он, чай. Вибачаюсь, запровадил эту церемонию египетскую, или уже приехал на ней? Нет, он как был заявленный мастер был, да. Вот, Шетт нам рассказывал, что 10 чашек в день они выпивали. Да, 10 чашечек в день, ну, понятно, у всех свои обычаи. У них, например, пьют только зеленый чай, но при этом очень сладкий, с мятой, и вот. А вот, а тут самое главное, очень многие знают в основном о японской чайной церемонии, которая действительно очень специфическое явление. Чай там, в общем-то, это вспомогательное, главное ли ритуал, там 4 часа посидеть, 3 глоточка выпить, нет. А китайская чайная церемония, она именно, она не церемонию, она про чай. Она про то, чтобы попить чай и полностью прочувствовать его вкус, ну и, безусловно, создание определенной атмосферы, но даже если, ну, как многие скептично относятся, там, зачем столько накручивать возле этого, а просто правила заваривания того или иного сорта, они, безусловно, помогают лучше прочувствовать вкус, а не так, как просто, ну, залить кипятком, и там даже черный-зеленый особо не различишь. Так что это даже если кого-то смущали, зачем вокруг этого накручивать, просто чтобы почувствовать настоящий вкус, каким он должен быть. Ну, скажите, а який вам сподобався чай найбільше? Ви ж брали участь у церемонии. Ну, да, и не только. Но это, ну,
Все хорошие по-своему зависят от настроения, от того, что хочешь больше получить, там, расслабиться или наоборот взбодриться. Вообще мой любимый чай – это тегуанинь, но светлый, потому что он еще темный бывает, я не помню, как там по-китайски он правильно. Это ну, одна из разновидностей люлунов, ну, то есть переходных между зелеными и черными, можно так сказать, по ферментированности. Еще также были на фестивале корейская чайная церемония с традиционными сладостями. И была еще польская чайная церемония, которая очень похожа на нашу славянскую, ну, как бы тоже чайпитие. Это с бубликами, с булочками, чашечка чая, с песнями. Вот, то есть, ну, как с общей культурой родственной между собой. Вот. Ну, японская также, как уже говорил Кирилл. Дуже багато, дуже цікаво. Да, і все дуже було разнообразно між собою, вроді би і не похоже, але в те ж время якась вот общність присутствує все одно. Давайте поговоримо про інші локації. Я знаю, що там ще проводили дуже багато майстер-класів. Які там майстер-класи взагалі були представлені? Ну вот в этом году там были представлены мастер-классы такие, как плетение ловцов снов, плетение мандал, мастер-класс по тайскому массажу. Мастер-классы по окрашиванию тканей, да, хендмейд, ну, мастер-классы, вот, в прошлых годах это были каллиграфия, японское письмо, нумерология, то есть абсолютно такой широкий спектр мастер-классов, да. Из глины. Лепка из глины, мы лепили пиалки собственными руками, из которых сейчас имеем счастье пить дома чай. Да, до сих пор пью. Лепил в первый раз из глины, вообще получилось настолько уродски, что даже притягательно было в этом что-то такое. Я до сих пор из нее дома чай. Я проводила мастер-класс по кукломотанкам и по мехенди, то есть, ну, рисовала мехенди людям. А что малювала? Ну, зачастую на фестивале просили нарисовать что-нибудь такое сакральное, что-то такое личное. Например, там девушка рисовала йогиню на спине, в позе лотоса, вот, рисовали чакры, рисовали месяц, солнце, ну, в основном какие-то вот такие сакральные символы, которые приносят удачу, любовь, счастье, что-то такое светлое и доброе. Також я знаю, що на фестивалі проходило багато тренінгів. Ось, Кирило, ви проводили навіть свій власний тренінг. Як він називається? Розкажіть нам про нього. Я не пам'ятаю, як там правильное название было, но по сути это привлечение СМИ и медиа к своему проекту, потому что тоже имели удовольствие работать в сфере информации, или в принципе и в журналистике, и в пиаре. Ну, читал тренинг о том, как лучше подавать свой проект, позиционировать, чтобы, ну, даже без денежных средств можно было СМИ заинтересовать, там, когда грамотно, и никаких профессиональных секретов не выдавал, но ко всеобщей пользе, налаживание взаимодействия, потому что, безусловно, журналистам тоже часто вот не хватает информации о каких-то проектах, которые на самом деле они есть, люди делают, но они не знали, как это подавать, и оно, к несчастью, мимо проходит. Ну, так что, да, было интересно. В основном люди приходили, конечно, те, у кого сейчас именно остро этот вот вопрос беспокоит, что они уже начинают развивать, понимали, что надо давать ему медийную составляющую, или, ну, исходя из этого, интересовались. Тобто там, я так зрозуміла, было багато журналістів? Да, приезжали, ну, с Херсона особенно много, там это уже постоянное ежегодное медиа-сотрудничество, но и не только ежегодное, там просто к ним в центр приезжают отдохнуть, написать о них. На самом деле публикаций, если даже в интернет, в поиск соблете много. Какие еще тренинги были? По массажу. Да, по тайскому массажу. Йога, так? Йога, конечно, каждое утро с Сурья Намаскары была, парная йога была, вот, ну, тайский массаж, как уже сказали, какая-то там чистка маятниками, в общем, много чего разного было, что ты еще вспомнишь? Того, что было. Да, мы, честно говоря, даже не успевали все посетить. Нет, по прошлым годам был краудфандинг. Тоже привлечение средств на свой проект. В принципе, вот в этом году
как бы ли один выступил по теме привлечения проектов, но вообще там каждый год один или несколько тренингов именно по этому, потому что ну, люди в массе своей активные прилежают, хотят что-то делать, и им интересно узнать, как вот проект сделать лучше. Ну да, и в том числе это касается самих организаторов, потому что ведь у них чайная тишина, центр, загородный центр, это и есть проект, который также продолжает строиться. Они ищут инвесторов на свой проект, чтобы сделать там уже полноценный загородный центр, который сейчас еще продолжает свое строительство, вот, и чтобы туда уже приезжало еще большее количество народу. Тобто ви мотивували людей, люди вже з новими силами, з новими ідеями, напевно, їхали додому. Я ще знаю, що була така локація – кінотеатр під відкритим небом з чаюванням на даху. Да. Чому это на даху? Дві різні локації. Але вони поєдналися, так? Хто їх і об'єднав, так. Це було дуже атмосферне дійство. Був кінотеатр під відкритим небом з показом пісочної анімації, о якій скаже Кирилл пару слов. Mm-hmm. Вот. А під відкритим небом і на крыше зробили таку чайну локацию, где все желающие могли попить чай при свете звезд и луны, вот, и наблюдая при этом кино сдалека, очень хорошо все видно. Романтика? Да. Расскажи, пожалуйста, может, про песочный? Да. Песочная анимация проводилась в цей час, так? Да. Это же коли темрява уже. Да, конечно, когда темнота, но, в принципе, как раз с крыши и просматривалось, потому что был еще и кинотеатр с показом фильма «Путешествие в Китай», вот, организаторов как раз фестиваля, вот, его не было видно, а с крыши действительно очень хорошо просматривалось, а в том числе и песочная анимация вокруг «Мира за 80 дней» называлась, все, наверное, видели в интернете, знают, что это такое, когда на проектор и выводит на экран вот песок, которому вот буквально это, конечно, мастерство уникальное. Я смотрел, когда таким легким движением руки и создается действительно художественное изображение, ну, которое, к сожалению, почти сразу стирается, но тоже... Не громкое такое, то есть это достаточно кропотливая и тихая работа, хотя, понятно, идет там закадровый голос, поясняющий происходящее, но вводящее очень сильное впечатление. На фестивалі не обійшлося і без музики, точніше, без етномузики. Хто створював цю етноатмосферу цього року? В этом году етноатмосферу создавала наша ніколаївська група «Румбія Фрактал». Это созвучие этнических музыкальных инструментов, музыка, которая создается непосредственно здесь и сейчас. То есть не планируется заранее, нет каких-то готовых музыкальных композиций. Это скорее медитация в музыке. То есть сами музыканты, они даже порой не знают, что родится из-под их струн или барабана, или музыки дождя, там были совершенно разные этнические инструменты, и музыка скорее вот как картина, которую пишет художник, она вот так вот ложилась мазок за мазком, то есть звук за звуком, и создавалась такая прекрасная ночная вечерняя музыка. Это все совмещалось со звуками сверчков, с ночными шорохами, в общем, атмосфера, конечно, тоже волшебная и прекрасная. Mm-hmm. И даже мне удалось немного поучаствовать в этой группе и поиграть на барабане. Що, сподобалось? Очень. Ну, да. Женя, ти вмієш розповідати, вже туди хочеться поїхати. Просто можна ще багато говорити про те, що там було. Знаю, що спонсори підготували подарунки, також був розіграш авіаквітків. Але, як на мене, там, напевно, найяскравішим таким моментом було фаєр-шоу. Хто його показував, хто його представляв? Это тоже наши николаевские умельцы, наш Николаевский театр огня Fireflies пригласили мы в этом году. Они просто зажгли Ивановку в прямом и переносном смысле. Вот. Все были просто в восторге, потому что фаер-шоу на территории этого фестиваля происходило впервые. Вот. Плюс наши ребята очень мастерские, очень такие вот много умеющие, показывали прекраснейшие номера. Ну, все, ми маємо змогу подивитися, як все ж таки запалювали.
Дуже феєрично, дуже яскраво. Можна ще багато говорити. Все ж таки, в мене є останнє питання. Чи все заплановано, втілено в життя? Чи все отрималось на фестивалі? Як ви гадаєте, на вашу думку? Ну, как мне кажется, фестиваль каждый год раскрывается по-новому, и там происходит столько интересных, иногда даже спонтанных вещей, таких вот спонтанных знакомств, вдохновения. Люди уезжают оттуда с возвышенным состоянием, с чувством чайного состояния, и мне кажется, это и есть главная цель, и каждый год она, конечно же, достигается по-новому. Потому что ждешь одновременно и многого, и немногого. Ну, немногого в том смысле, что не ждешь там каких-то ярких шоу, а спецэффектов, но, с другой стороны, ждешь многого, что получишь вот это состояние для умиротворенности, творчества, доброжелательности, ну и... Ніхто не жалувався в цьому смислі всі. Ну, а ми в свою чергу сподіваємося, що і в Миколаєві відбудеться такий феєричний фестиваль. В ефірі була програма «Це вас хвилює». Дякую нашим гостям, що були сьогодні в нашій програмі. До нових зустрічей!